очень осторожно. Есть даже такое определение эффект пингвина, когда они все стоят рядышком возле водоема, они стоят, и они не прыгают. И как только прыгнет один пингвин, прыгают все остальные. Ура! Поплыли. Вы увидите, как они потрясающе выпрыгивают на сушу. Таня, Соню подними, она не видит. Ничего, как они быстро плавают. Это же они на высокий бортик выпрыгнут, потому что здесь мелководье. Они прям мгновенно. Вот это я делаю. Если будете достаточно долго смотреть и любоваться на пингвинов, можете это увидеть. Крылья, видишь, такие, как классные. Ими машут, и как плывут быстро. Не так быстро, главное, плавает водой. Не только занырнул, он смотри, с другой стороны. И уже Смотри, где вынырнули. Ой, ну смотри, как уже тут же вынырнул. Просто это, метеоры. Вот посмотрите, сейчас вы увидите, как они, один из пингвинов выпрыгнул на поверхность, как дельфины. Да, как дельфин. Смотри, Циркачи.